Фестываль мастацтва «Вулица Бразил» снова проходит у Минску. Сегодня мастаки створят еще 10 граффити по улице Кастрычницкой. 5 мастаков с Бразилии разом с белорусскими граффитистами на будинках заводов и отелей створят грандиозные картины. Кроме того, размалюют и 2 раритетных трамвая. Фестиваль проходит у Минску 3-й год запар. Из Бразилии прилетают 20 людей, не только художники, и тоже музыканты. В этом году у нас акцент на устойчивое развитие урбанизма города, не только художественные интервенции, а тоже урбанизм. Мы хотим трансформировать улицу Октябрьскую к лучшему через урбанизм и искусство. Мы фокусуемся на экологии и устойчивом развитии. В Бразилии эта тема очень важная. Одна из техник мастака, он будет использовать рослины. То бок на заводе «Мзор» навод появятся рослины, которые навод сами працовники «Мзора» сказали, мы будем их поливать. Я примера вейска партисипу. Я впершиню удельничал в этом проекте, и мне это очень интересно, потому что могу поделиться культурой своей страны и перенять опыт белорусских мастаков. А коли казать об моей композиции, то размалевывать вот эту буйную пляцовку, стену завода, для меня уже выклик. И интересно, что за працей будут назирать горожане. Завершится проект 17 вересня. На день в улицу Кастрычницкую сделают пешеходной. Граффитисты проведут мастер-классы, выступят так само музыканты и артисты.